Добрый день, Петр Павлович. Огромное спасибо, что согласились уделить нам время и ответить на несколько наших вопросов. Расскажите, пожалуйста, немного о вашей компании. Занимаемся мы в основном постпечатной обработкой, но в том числе и в качестве еще одного направления. Вот у нас печать на широкоформатной плоттерах. Делаем или же стикеры на них, на самоклеющиеся пленки, либо какую-то продукцию, которая связана с достаточно большим форматом, но с небольшими тиражами. На каких материалах печатаете ксалитными чернилами и какой конечный продукт? Печатаем на бумаге, печатаем на пленке, печатаем на полилите. Конечные продукты, либо плакаты, либо стикеры, либо изделия из гофрокартона, опять-таки связанные с большим форматом. Ну, то есть идет последующая прикатка самоклеющейся пленки на картон. Вы используете итальянские чернила EcoJet. Почему вы остановили свой выбор на данных чернилах? Ну, вы знаете, средняя цена примерно одинаковая по Москве, практически всех аналогов, да, разные чернила. А эти чернила используем просто потому, что купили оборудование у вас, ну и, соответственно, у вас же и берем чернила после тех соображений, чтобы, если будут какие-то неполадки с оборудованием, чтобы не валили на чернилах. Были какие-то опасения вот при переходе на чернила EcoJet, например, связанные с печатающими головками, и как вот этот вопрос был решен? Ну, переводили на эти чернила, собственно, вы же, поэтому опасений никаких не было, если бы возникли какие-то проблемы. Но те, кто нам поставляет чернила, те, кто нас переводит на эти чернила, их должны были бы решать. Скажите, пожалуйста, как вот прошел переход на новые чернила и сколько времени это заняло? Ну, заняло это порядка 2 дней, на каждый плоттер по дню. А что касается перехода, то практически безболезненно. Может быть, чуть-чуть поменялись цвета, но мы к этому, в общем, подходим достаточно оперативно, да, решаем этот вопрос с помощью корректировки файла, да, то есть цветовые профили мы практически не используем, всегда печатается сначала пробный отзыв, потом вносится какую-то корректировку, печатаем на то, что называется, вот, на отсутствие профиля. Какие достоинства, вот, с вашей точки зрения, вот, у чернил EcoJet? Достоинство то, что они не так сильно засыхают, потому что это раз, ну и нормальная передача цвета. Угу. Есть ли отличия от лучших мировых аналогов и в чем они? Ну, в силу дороговизны лучших мировых аналогов мы их практически не используем. Поэтому вот, что касается отличий, я ничего сказать не могу. Угу. Спасибо большое, что уделили нам время. Пожалуйста.